В пустыне Гоби нашли крупный скелет динозавра, СМИ. По мнению экспертов, останки принадлежат травоядному динозавру зауроподу, жившему 70 миллионов лет назад. Группа японских и монгольских ученых в ходе совместного исследования на территории пустыни Гоби обнаружила скелет крупного динозавра. Об этом сообщило агентство Джиджи. По мнению специалистов, найденные кости с высокой долей вероятности принадлежат зауроподу, а их возраст достигает 70 миллионов лет. Эти травоядные динозавры обитали в юрские меловой периоды на всех континентах. Их длина могла превышать 20 м, а масса составляла от 15 до 30 тонн. Они без труда выживали в сухом климате и других экстремальных условиях. Среди обнаруженных костей главными являются тазобедренная и хвостовая часть скелета, в том числе большая бедренная кость длиной 1,55 м. Ученые отмечают, что это один из самых крупных образцов, найденных в этом регионе при раскопках слоя почвы, соответствующего позднему меловому периоду. В ходе экспедиции они смогли отыскать окаменевший след двуногого травоядного динозавра, принадлежащего к отряду орнитоподов. Его размеры составляют 86 на 115 см, что близко к рекордным показателям за всю историю проведения раскопок. При этом сам динозавр, вероятно, был довольно крупным представителем своего отряда и достигал в длину 17 м, на 5 м больше, чем знаменитый плотоядный тираннозавр. Ранее на аукционе продали скелеты динозавров за 2 миллиона долларов. В США обнаружили новый вид динозавра. Новости от корреспондента .net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timicrespondent.net. По материалам сайта news.gr.com.